канун праздника Крещения Христова депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков вместе с начальником территориального управления проверил подготовку к крещенским купаниям в лесном городке. Традиционно их проводят возле храма Рождества Иоанна Предтечи. При поддержке депутата для всех желающих окунуться на площадке были организованы угощения и горячий чай. Кроме того, здесь были заранее установлены теплые раздевалки и туалеты. Благодаря тщательной подготовке традиционные крещенские мероприятия в лесном городке прошли штатно.